Матвей, Матвей, иди, когда придется, забирайте пополам бойца. Где Матвей? Матвей. Фантом, давай также воду. Бери. И нормальный с нами пойдешь. А урона нет от падения, да? Нет. Понятно. Не знаю, не знаю. Вот, привет, почистите метки, метки почистите. Все шикарно, геймплей был. Так, что у нас тут по местам? Там еще нормально? Так же буду. Всего 15 мест. Понял. Понял, понял. Сейчас тогда. Метку вас? Да, сейчас разберемся. Скажите мне честно, вас не заебывает три раза подряд играть одно и то же? Ну, я на вертолете как-то летаю постоянно. Меня нет. Я не заебываю. Так что меня уже Регина заебала. Меня заебало штурмовать вышку. Сейчас. А если заебало, то давайте ее запиздошим. Ты чё, подос? Предлагаю ее окружить и загапошить нахуй. Я думал, потом геймасик. Я зеркало закинуть, да? Надо загапошить перед штурмом все дома вообще полностью, от мала до велика. Там мины есть, мне интересно. Ой, я пошел, да, я пошел. Я пошел взрывать их. У них техники нет. Сейчас, парни, сейчас. Я пошел быстренько, подождите, пожалуйста. Так, МС, синоптик отходил, просто что там, есть задачи нам? Или не говорил. Смотри, вы добираетесь на чем вам угодно, на чем вам удобно, но я рекомендую взять БТР на крайняк, если что, его кинуть. Ну, это лучше, чем УАЗик. Вот, вы поедете... Наверное, в лобешник плюс-минус. Слушай, а с юга кто-нибудь заходит? Мы просто юг уже хорошо изучили, можем с юга зайти. Чтоб на вертолете тебя закинули? Да, мы через Дюрас можем проехать по горам, блядь. Вот в зеленый цвет. А, ну сейчас давай, давай через Дюрас, давай через Дюрас тогда. У тебя тяжелая артиллерия, если типа фугасом, я забыл. Так, технику мы любую можем занимать, да? Начинается мина гейминг. В дом ставим мину, взрываем ее, блядь, все взрывается. Вертолет садимся? Да, вертик садимся, нам сказали. Синоптик, забирай себе транспорт тогда. Ну тут мало уже не сомневается. А мы на вертолет. Где он, в ангарах? Че, сели? Нет, вертолет. Нет, прыгай, прыгаем сейчас. Рама, давай, прыгай. Рама, мы... Оптимист зашел. Я тут туда. Штига, где высаживаю? А, не знаю, сейчас он что-то решит. Команда, сам уточни нашу задачу. Что? Матвей, прыгай. Где скрикнул? Матвей, садись. Матвей, возьми штурмана, если не можешь сесть на пассажира. Пацаны, передвигайтесь, меняйте места от выхода, дальше отсаживайтесь, из-за этого залезть не могу. Да, дальше отсаживайтесь, потом. А тут все занято же. Еще нет. Ну тут вот 20 мест. Тут еще несколько мест есть, место 3 точно. Вон у вас там, или что там. Сели. Да, пусть... еще одно место есть. Сейчас туда даже зайдет. Ну должен. Иосиф, подходи. Все, у нас получается это место осталось. Команда, наша задача какая? Так, куда вас осознают-то всех? Сейчас, Антон. Нас всех вместе. На Пеньковый мыс, это самая юго... вас, господи, юго-западная там часть. Там тебе фейк воду, я понял. Метку, метку. Сейчас я кручу. А, меня... Не, я вижу Пеньковый мыс, я понял. Все, я да, понял. Давай. Да, нас все. Все, право выдвинулось на точку. Тогда... Давай, мы тоже. Как займем позицию, скажем. Будем ждать команды для штурма. Аналогично. А что у нас ударной авиации нету? Там только может быть сейчас, их там сейчас они все кучно будут в этой регине, они сейчас рассосутся и нас скорее всего стрельнут на этом мысе. Аккуратно. В игре нет ударной авиации.
которые там с ракетами, там самолеты, что здесь нету, что ли? Все на выход. Зажимай свой ребенка. Не хочу. Ебать. Куда вы дымы раскидываете? Зачем? Чтоб всех не въебали сразу, блядь. Вся команда у них в Регине, блядь. И вон уже снайпера там стопудово на той вышке. В Регине они тут. Не боимся, мужики. Не боимся. Остаемся на берегу, ждем. Нам нужно дождаться группы Браво. Давай, дорогие ангатор, пошли, дестрой, дестеркан, дестеркан, сюда, иди. Сейчас ты вместе двигаешься со мной. Дестрохер. Чудеса, я чуть дальше в лесу, но не в лесу, а перед лесом просто смотрю. Заебали. Я говорю, этот шуток, блядь, поставили его, все настроение поставили. Макс, последние 7, может шуток. Чудеса, ДРГ на восток уйдет, пошумит там, чтобы на себя внимание отвлечь, вы зайдете подальше. Да, надо ходу искать, чтобы как. Идите. ДРГ стало недавно, что за ребята. Ну это не чудеса, это отдельные ребята. Да-да-да. Это Стигр вот был. Блять, тут, короче, в том бою разведка просто вот, ДРГ, это Стигр, датка. Чё, купался или что? Типа, они просто нахуй залетели на точку. Да, иди, там он всех перехерачит. Я вообще в воде выпрыгнул. Там вообще в воде выпрыгнули, просто хотел не надо брать кодик, а мы, конечно, говорим, пойду с тобой. Я что-то с чата ору на самом деле, блядь. Фонарик повесить на лямку. На тап нажми, и там, получается, перемести в нижнюю иконку. А чё, чел, правда вышел в лимете? Я что-то в голос в ВК включить прицел. Альтер 4. Это как раньше в Майнкрафт было. Как получить алмазные лопаты от Альтер 4. Как получить алмазную лопату на Xbox? Ну, короче, кнопка это гида, потом наводишься на игру, три полоски, выйти, алмазную лопату. Это... Когда приглашение китая, чтобы вы еще говоришь, на счет 3 зажми просто. Да, надо кое-что проверить. Я на компьютере. Я на Xbox просто клавку включил с мышкой. И маню купил, и все. Как комп вообще, даже да, вообще просто как комп работает. У меня так не выйдет. Как подус так же играет. Вот так полурак, полухуй, давай. Почему? Я 3D-моделер, мне комп нужен. Вот он разработчик. Если я хочу модели. Комп из-за этого только, из-за танков. И все. Я работал. Нет, я работаю проводником. А какой план? Поезда. Ждем команды, чтобы уже продвигаться. Позиция занимает другой отряд свою. Мы выдвигаемся вперед. Нет, а я... Я бы зашел с севера. Мы не можем решать, откуда мы зайдем, мужик. Уходи, мы же не сели. У нас команда, смотрите, налево. Сама зашел. Страна, может, тогда а война нет.
Так не, ну при штурме нам одной группой все равно так себе двигаться. Сейчас вы двигаетесь, короче, на северо-восток до начала грунтовой дороги. Там займет позицию, будете ждать новых приказов. Это наши, это я так понимаю, Виктор. Пример РТР, который... Блядь, я не могу забыть, как меня нахуй. А вот смотри, Пеньковый НС первый дот, второй дот и третий дот, севернее третьего дота начинается грунтовка. Да, да. Я тебе сейчас могу туда вот миномет кинуть вот так вот. Сколько труб взял? Чё? Сколько труб? Ну, 6 выстрелов и 14 вогов. Синий миномет, да. Вот туда выдвигаетесь сейчас. Нихуя ты. Да, парни. А чё ты не взял тогда? Где Матвей? Да я не люблю какой-то. Матвей забыл подствольник. Гасты на азимут 15 выдвигаемся. Походу. Принято. Матвей кинул. Все. Полностью северо-востоком или северо-востоком. Пойдем вместе поиграем. На песчанку, короче, в какой-то реке или. Да сегодня вообще новеньких до хера просто очень много. Реально легион сосет. Вот особенно вот эта вот тема, как включить прицел, я что-то вообще выпал. Ладно, все. Саня, хочешь чуть назад двигаться? Когда ты прям, блядь, во главе идешь. О, Матвей нашелся. Ну идите, идите, блядь, чуть-чуть. Отлично. Мне как бы и последним не надо, вот, и первым. Матвей. Нет, еще вот слева от меня бежит Матвей. Так мы на восток идем, все правильно? Ну, вдоль все берега. Хорошо, вдоль берега идем. Вдоль берега. У нас синоптик, да, это Браво? Я никнейм забыл. Синоптик, да? Ты отряд прошу, Браво, команда. Да, Браво, синоптик. У меня просто опять забагались отряды, и все вот это вот, карта, вообще никогда не вижу. Блин, надеюсь, они это пофиксят все рано или поздно, очень сильно это надеюсь. В принципе, они неплохо сделали, рефортер. Неплохо. Опять дорабатывать надо очень много. Ну, это главное, чудеса синоптику, как дела? Понял, ну то будем готовы к штурму. Понял тебя. Кстати, много еще призвешивать. Разведос, новая метка миномета, твоя задача подойти туда. Мы немножко прошли, конечно, свою позицию, но здесь все чисто. Да, командос. Это разведос. На связи. Мы немножко прошли свою позицию, но все чисто, в принципе. На вторую точку выдвигайтесь. В аэропорт Нью-Йорка. Которая ДРГ? Он на веточке. Которая минометы. Вторая точка. Так, хотел бы закрыть этот камень и улетел. Парни, сейчас грунтовка, грунтовая
дорога перед нами будет, мы направо идем. Как это, в аэропорту Нью-Йорка забыли мемориальную табличку с надписью «Никогда не забудем». То есть на восток пойдем. Бля, кто бы больше заходишь? Маша? Чё спросили? Кто бы больше? Так, 42-я, у нас юг. Команда, которая выбрала, можешь еще указать раз? Бокс, не бокс. Можем найти с ротой, куда выдвигаться. Чудеса разведосу. Поставил метку, артиллерия, миномет. Артиллерия, миномет в одном месте. Метки. Синие. Туда выдвигаться. Сейчас мы куда-то можем налево или прямо идем. Запалили. Ждем все равно команды. Ждите все равно, да. Это разведос команды, что у нас нет, у нас все красное. Ближайшие метки у нас все красное. Хорошо, от предыдущей. От предыдущей своей метки на северо-восток зеленку. Которая граничит с Региной. Так, а где у нас большая часть отряда? Я вижу Сергея, Подоса видел. Рядом с собой. Я левее от тебя, левее от тебя. Да, 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 про тебя знаю, а остальные? А у остальных контакт? У нас контакт, да. Вот, да, я вот и поэтому спрашиваю. Вы чуть левее вас, как я понял, отошли. Наоборот, правее, вы правее нас. Мужики, вы... вас... Через содействием плану да, идем. Сейчас я буду ГП. Сейчас. Оптимист, оптимист, не стой, смещай. Да я перевязывался. Банька почти сюда прилетают. Отходим, раз, отходим. Откуда по вам херачат? Из красного дома? С красной крыши? Нельзя, 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 мы выше поднимемся. Да. Это... Вихрь, откуда по вам работают? Да, с красного. Место, не торопитесь заходить. Под нас 300 лежит. Огнем подавите, огнем подавите. Подоса надо втаскивать. Ну,
мосты встречаем сильное сопротивление. Заходите с других сторон. Так, синоптики пока на месте стоят на сзади. Штурман были. Вроде отбились. Сейчас будем заходить. Ползи хотя бы близко. Назад отползайте и потом левее, правее берите от домов. Лесопосадки по своим бьешь, по своим бьешь. Должен будет встать. Я надеюсь. Прием меня в рацию, слышу. Если кто-то из своих в городе окажется, предупредите. Нам работу этот. Отхожу, по мне меня ранили. Сейчас привяжусь. Спасибо, ребята. Там кто-то из крайних домов работает, пулеметчик. Левее, левее, крутим, отходим за мной. Перевязываешь. Я тебя подожду, чтобы что. С юга, кто желтого дома заходит, вас срисовали аккуратнее. 42-я. Левее, левее, отходим за мной, за мной. С нашей позиции на 330. Пока меня не догоните. Идем чудеса, правильно? Спускаемся вниз. На 330 от позиции нашей. Прошу. Принял. Ты нас тут должен будешь увидеть. Мы почти на вершине холма. Не торопитесь, сильно не отсвечивайте там поле. Сейчас будем обходить его. Маленький коричневый дом свои. На юге. Смотри, что отвлекаю. Смотри, советую, если что, применить осколочные, потому что они более эффективны против какого-то. Тут никого рядом нет, поэтому я общаюсь. Да, я понял, понял. Так. Здесь остается Примах, Сергей. У нас тут кто-то еще был. А где еще кто-то был? Они там где-то остались, Вихрь и Еси. Во, ну, Вихрь, да-да-да. Ну они короче, там. Короче, Примах, Сергей и Вихрь, вы здесь, контактируете вместе, зайдете также через некоторое время, как мы заходили. Я дам команду в рацию. Раз, ты подас со мной. Если хорошо. Наши основные силы не зайдут, и все будет плохо, неудачно, вызовем еще одну арту и зайдем после нее сами. Чудеса на главную для всех. Как обстановка? Востока. У нас есть еще одна артиллерия осколочная.
Вижу пехоту, вижу пехоту. Нет, не близко, в доме. Скорее всего, пулеметчик, который по нам отрабатывал. Ставь, я понял. Могу отработать по нему. Чудеса, слышишь? Вижу пулеметчика, говорю, могу по нему работать. Можешь работать. Можешь работать. Можешь работать. Или лучше не надо, чтобы не спалиться. Если ты его убьешь, убей. Если ты его убьешь, убей. Тогда надо подождать нужного момента. Раста, выжидай нужного момента. Подос, пошли дальше. Короче, вихрь сейчас метку пеха поставит, которая в доме сидит. Блять, ебаные колоски, сука. Ставьте... Что-то я никого не вижу. Чудеса на главную. Ставьте метки на дома зачищенные, на свои дома. Обязательно ставьте на эти дома метку. Сидит на дороге за столбом. Снимайся, снимайся, тебя срисовали. Раста, тебя срисовали, Раста, тебя срисовали. Принято, ухожу. Коричневый дом уже заняли, мы продвигаемся дальше, который бежевый, такой молочный, темно-молочный. Рядом с разрушенным. Хорошо. Хорошо. Ой, хорошо. Еще один заняли. Два дома пока открыли. Блять. Да, такой темный молочный. Первый. Да, ставлю метки, снимаю дома, вы тоже ставьте 42-я. Я метку поставил на карте, где мы находимся. Принял. Я снял пеха в доме. Окей. Вихрь, примах. Можете пробовать заходить внутрь. Заходите, пытайтесь чистить.
все, кто с вами там. Примах, я тогда зайду чуть-чуть левее от вас. Чудеса здесь наши. Синоптик 200. Подос, давай дальше. Раста там как? Чудеса, я вижу тебя. Парни, парни, я пушку дом. Не могу разобрать белый дом с серой крышей. И в окне мелькают наши или нет. Азимут 195. Чисто. Давай за мной. Зеленый дом, который на юге региона. Почему то в доме около зеленого наши? Остался кто-то живой. Зеленая двухэтажка наша, прием. Штурмуем, штурмуем. Сорок вторая КМС 200. Тут сука, блядь.
42-я, прием. Про командира слышали? В городе продвигайтесь осторожнее, блять. Они заминировали, короче, второй этаж. Наши нарвались. Под ноги смотрите. На проходы смотрите. Двери открывайте осторожно. Желтое здание, которое в центре города, которое трехэтажное, там враг. Ну, там пара несколько человек, как я думаю. Из взвода разведоса один, по-моему, остался. Нахожусь в зеленом доме. Около трехэтажки желтый. Там на третьем этаже, на чердаке движение видел, и на втором. ГП шить туда. Я думал на третий, что это... На третий этаж ГП, там есть чел, там есть человек. Гости, прием, остался кто-нибудь? Гости, прием. Продолжай ГПшить, вижу его. На третьем, на чердаке ходит. Во, в том окошке, да, он там ходит. Сейчас на втором этаже видел движение, да, вот. Пиздец, блядь, что теперь нахуй каждую комнату чистить? Блядь, страшно нахуй. Зайду-ка я с гранатой, блядь. 42-й, прием, есть. Я есть. 42-й есть. Четверо, да? Похоже на то. Да. Ну, я снайпер на востоке, вот от горы, вот там, где Виталия стоит. Мы с Бекой в зеленом доме. Прием. Я пулеметчика снял на своей метке. И краста.
желтый дом штурмуют. Там нормально или есть кто-то еще? Я рядом с желтым домом. Трехэтажку? Не, я про двухэтажный. Двухэтажный, где один этаж и чердак. Так просто много возились, что? На нас кто-то смотрит свой. Мы в желтом доме, нас двое здесь. Зачистили. Вас, блять, не видно даже в бинокль. Не видишь сейчас? Не, реально, бинокль не вижу. А, вон, силуэт бегает, да, вижу, вижу каску. Кажется, в трехэтажном желтом здании пулеметчик находится. И возможно контролит первый этаж. Вход. Раста, слышишь? Они на чердаке только что видят уже. Блять, как так-то, сука?